Всем привет, на канале Мусалин. Сегодня в работе у нас Nissan X-Trail. Разобрали автомобиль, готовили поверхность проклейки, обезжирили багажник. Вот так вот выглядит штатная шумоизоляция. Голые арки. Вот пол багажника немного завибрен. По правой стороне то же самое, голые арки. Изнутри абсолютно голые. Разобрана крыша автомобиля. Голый металл, огромная такая площадь, ни одного кусочка вибра и шумопоглотителей нет. Так, что у нас еще? Разобраны двери на автомобиле. То же самое, что и следовало ожидать. Вообще ничего нет в дверях, голый металл, как следствие шум, вибрации. Так вот звучат у нас сейчас двери. Это, конечно, доставляет большой дискомфорт при движении, особенно в скоростях. Так, по салону у нас, ну тоже минимум виброизоляции, только переднее место водителя и место пассажира завибрено, и на этом все. Больше ни одного кусочка по всему салону. Ну вот так вот еще. Ну все, приклеим, заклеим, начинаем работу.